семена капусты точка, принадлежат крайне спелому сорту сибирской селекции. Собирать урожай можно через от 90 до 100 дней после появления всходов. Массовая зрелость наступает на от 101 до 115 день. Розетка листьев полуприподнятая, в диаметре от 45 до 70 см. Качан округлый или округло-плоский, с хорошей внутренней структурой. Средняя масса 0,9–1,2 кг. Наружная окраска качана светло-зеленая, в разрезе бело-желтая. Сорт семян капусты точка предназначен для выращивания на раннюю продукцию с использованием в свежем виде. Капуста белокочанная точка – это травянистые. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.